там не шуба, там серьезнее что-то. Москва – это очень красивый город, конечно, и здесь большие здания и большие проспекты, но люди очень добрые, конечно, очень красивые тоже. И меня очень рад, я очень рад здесь, чтобы быть здесь, потому что мы знаем новости, что происходит здесь. Конечно, здесь все красиво, все нормально, люди очень добрые, это не как наше государство всегда говорят. Я в экспертном совете фонда кино. Не могу сказать профессионально о том, что такие серьезные проекты ожидаются, такие по-настоящему мощные, амбициозные, которые, мне кажется, и зрители соберут в кинотеатрах. Но самое главное для меня очень важно – отрасли подтянут. Потому что после тяжелого кризиса огромное количество профессионалов либо уехало, либо... перешли на другие заработки, что называется. Нет, сейчас есть все основания на то, что все будет хорошо. Спасибо.